Мы с вами уже отметили одну легенду, связанную с происхождением иконопочитания. И легенд в этой сфере довольно много, но если мы обратимся к каким-то историческим фактам, то иконы окажутся явлением все-таки достаточно поздним. Нельзя сказать, что христиане вообще не использовали никакие изображения, и в древних римских катакомбах некоторые христианские изображения сохранились, но, как правило, это изображения чрезвычайно символичные. Христиане любили изображать, во-первых, некоторые библейские сюжеты. Даниила Ларуа, один из любимых сюжетов. Любили изображать там, виноградную лозу, любили изображать пасыря и овец. Некоторые изображения для нас, может быть, немного странные, мы из другой культуры. Например, любили изображать птицу Феникс потому что считалось, что эта птица воскресает, и она была символом воскресения, и, и прочие вещи. И вот такие вот простые символические изображения, или даже просто картинки типа рыбы, вы знаете, вот рыба ⁇ один из древнейших символов христианства, просто потому что греческое слово «ихтус» ⁇ ихтус рыба ⁇ из этих букв можно сложить фразу ⁇ Иисус Христос Божий Сын Спаситель ⁇ ну из первого, первые буквы вот как раз этой фразы составляют греческое слово "рыба". Вот таких вот изображений множество. Забавно, кстати, что изображение креста довольно позднее. в среди ранних мы его не встретим. И крест становится христианским символом далеко не с первых, может быть, дней существования церкви. Ну или основным христианским символом. Но нет икон. Нет икон как особых изображений, которые как-то связаны, может быть, с поклонением или нарисованы в такой привычной нам иконописной стилистике. Иконы появляются в церкви примерно в конце IV века. Раньше мы не встречаем свидетельств, таких археологических, материальных свидетельств их существования. В V веке их уже достаточно большое количество. Многие считают, что иконы, ну и тип изображений на иконах он происходит от так называемых фаюмских портретов, то есть портретов там умерших родственников, достаточно распространенных в древнем мире, и вот примерно в той же стилистике рисуются и иконы. Первоначально, может быть, какой-то бурной реакции на наличие, на отсутствие икон в церкви нет. Но постепенно с, распростран... с их распространением ситуация становится все более и более напряженной. А Напряженная она становится потому, что иконы иногда используются ну, ненадлежащим образом. Сохранились свидетельства о древних спорах, например, что во время Евхаристии с икон соскабливали краску, добавляли в чашу и считалось, что вот теперь Евхаристия более святая. Или, например, прямо на икону ставили чашу, потом ее брали и вроде бы взяли из рук святого. Или, например, когда человека вызывали в суд, он притаскивал с собой икону и говорил что-то типа «Вот свят... святой Николай свидетель, что я не вру». Или когда крестили детей, иконы брали в восприемников. И вот такие вот процессы, они привели к тому, что в церкви к иконам стали относиться достаточно напряженно. И на это еще наложился конфликт с исламом с 6 века распространяется ислам, отвоевывает многие прежде христианские территории. В исламе, вы знаете, есть категорически запрет на изображение, и как раз... Со стороны ислама в отношении христианства звучат обвинения в идолопоклонстве в связи с использованием икон. И поэтому вот дурная практика использования икон и обвинения выдало поклонствие со стороны ислама. Все это привело к тому, что в самой церкви многие задались вопросом, а действительно не является ли чем-то дурным использование икон, и началась так называемая иконоборческая смута. Это был сложный процесс, в который была вовлечена власть, и в зависимости от того, какие пристрастия были у императоров, были императоры иконоборцы, были в основном императрицы, правда сторонники икон. И вот при перемене власти, при перемене предпочтений власти, то одни страдали, то другие страдали, а, то противников икон убивали, то сторонников икон убивали. Причем достаточно жесткие методы использовали, например, как боролись со сторонниками икон, ставили человека, ему на голову помещали икону, и кувалды разбивали икону вместе с головой. И вот так вот пытались убедить людей, что иконы это плохо. Так что непростое было время. И, может быть, мы, нам сейчас не так важны вот внешние обстоятельства и то, что там делала государственная власть, нам сейчас интереснее богословская аргументация, связанная со всем этим. Богословская аргументация звучала примерно следующим образом. Например, противники икон говорили: что изображено на иконе? Если на иконе изображено божество, ну, обычно про икону Христа главный спор шел, если изображено божество Христа, то это немыслимо, потому что божество неизобразимо. А если на иконе изображена человечность Христа, то получается, что поклоняющийся иконе фактически поклоняется творению, и поклонение иконе является делопоклонством. Если на иконе изображена божественность и человечность Христа вместе, то вспомните определение Халкидонского собора, что божественная человеческая природа во Христе существует не слитно. И поэтому это ересь, потому что слитно изображено то, что не является слитным. И вот исходя из таких аргументов, икона Христа невозможна. И это может быть не совсем протестантский метод аргументации, да, протестанты редко пытаются так отстаивать свою точку зрения, обычно просто на Ветхий Завет ссылаются, но спор ввелся именно таким образом. И а, с, противники иконопочитания говорили, что есть единственная данная Богом икона это Евхаристия. Вот в Евхаристии, да, вот он, вот он Христос присутствует, других вариантов Бог не дал. Сторонники иконопочитания, среди них, может быть, особо нужно отметить Иоанна Мускина. Он не только систематизатор православного учения, он один из тех, кто отстаивал иконопочитание. И потом в следующем поколении Феодора Студита они настаивали, что на иконе не изображена природа вообще они говорили о том, что на иконе изображена не природа Христа, а лицо, личность Христа, который по своей человечности, раз он подлинно воплотился, обладает свойством изобразимости. И если кто-то отрицает изобразимость Христа на иконе, то он тем самым отрицает подлинное воплощение и тоже впадает в ересь докетизма. Так что и сторонники иконопочитания, и противники иконопочитания спор пытались свести к спору христологическому. И здесь очень интересно. Уже прошло шесть Вселенских соборов. И уже было вот это вот ощущение, что догматы Вселенских соборов, они обязательны. И поэтому, если удастся свести спор к догматическим решениям вселенских соборов, то вопрос будет разрешен. Поэтому-то вся вот эта вот и аргументация направлена на христологическую догматику. Так что аргументы были у тех и у других, обвинения в ересе были со стороны тех и других. Нельзя сказать, что какая-то аргументация победила, но в конце концов победило иконопочитание просто как реальность церковной жизни, как факт. Сначала это было решение Седьмого Вселенского Собора, мы потом это решение прочитаем, а потом, хотя после Собора еще иконоборческая смута некоторое время продолжалась, в конце концов иконопочитание в 843 году было утверждено, решением императорской власти. После этого ничего с иконопочитанием не случилось, и уже благодаря хотя бы даже утвержденности такой, иконопочитание стало обязательным элементом православной церкви православные верят, что ложная идея полностью победить не может. Ложная идея может овладеть большая часть церкви. И иногда такое случалось, можно вспомнить, историю там всяких монофизитских, монофилитских споров. Можно вспомнить Максима Исповедника, который в какой-то момент остался практически единственным епископом, не принявшим еретическую точку зрения. Но то, что остался один епископ, это значит, что не вся церковь приняла. А если бы не осталось ни одного епископа, тогда да. Вот так вот, вся церковь приняла иконопочитание, и тем самым уже как бы вот по этому факту иконопочитание утверждено, но на догматическом уровне иконопочитание рассматривается как подтверждение того, что Христос полностью воплотился, и как полностью воплощенный, и как ставший действительно человеком, он может быть изображен. Что касается остальных икон, я уже говорил, святые отображая, преображаются в образ Христов, и поэтому, если возможно икона Христа, то возможно иконы и святых, которые сами являются иконой Христа. Так что, таким образом, иконопочитание в конце концов победила и вот официальное решение а, по поводу иконопочитания решение седьмого вселенского собора звучит так подобное изображению честного и животворящего креста полагать во святых божьих церквях на священных сосудах и одеждах на стенах и на досках в домах и на путях честные и святые иконы написанные красками, из дробленных каменей и другого способного к тому вещества устрояемое, якоже иконы Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, и непорочная владычица наша, святая Богородица, так же и честных ангелов, и всех святых и преподобных мушей, и чествовать их лобызанием и почтительным поклонением, неистинным истинным по вере нашей богопоклонением, еже подобает единому божескому естеству, но почитанием по тому образу, якоже изображение честного и животворящего креста и святому Евангелию и прочим святыням, фимиамам и поставлением свечей честь воздается, яковой и у древних благочестивый обычай был. Ибо честь, воздаваемая образу, переходит к первообразному и поклоняющейся иконе поклоняется существу изображенного на ней. Что здесь нужно выделить в этом тексте? Первое. Собор предписывает, соборное решение. Собор предписывает, иконы обязательно должны быть. А второе. Собор предписывает, иконы нужно почитать. Почитание заключается в лобызании, в воскурении фиалмиама, в поставлении свечей и так далее. Собор запрещает богопоклонение иконам. Вот это очень важный момент. А соборным решением разграничено почтительное поклонение, проскунаэсис, и богопоклонение, латрея, Греческие слова соответствующие назвал. Вот проскунесис можно, латрея нельзя. Я не знаю, как это хорошо выразить на русском языке. Но собор просто взял два термина, связанных с поклонением, с почитанием, разграничил эти термины и сказал, что есть вещи, которые нормально для икон. И есть вещи, которые нельзя для икон, эти вещи предназначены только для Бога. То, что нормально для икон поклонение, лобызание, фимиам, свечи то, что нормально для Бога, в решении собора, к сожалению, не описано. И было бы интересно вот задаться вопросом: ну, хорошо, а как я могу выразить что-то большее, да? чего я не могу выразить перед иконой? Наверняка и скорее всего речь идет о каком-то там сердечном отношении, о таком внутреннем почтении и так далее. Так что на соборном уровне принято решение о том, что иконы нужны. Церковь принятием икон подтвердила. Собор разграничил два вида. И, кстати, если вы будете православно говорить, да, что ж вы тут поклоняетесь иконам и идолам и так далее. Грамотные православные должны ответить, ну, мы не поклоняемся, мы почитаем. И это не одно и то же. Ну, к сожалению, не все грамотные, но вот, по крайней мере, есть определенная аргументация в этой сфере. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте твсеминари.ком. Итак, икона для православного человека. Это дидактика, помните, Библия для неграмотных, да и для грамотных тоже. Это интересная символика, это целый символический язык это мистика, он перед иконой молится, смотрите, соборное определение, честь, воздаваемая образу, переходит к первообразному, и поклоняющейся иконе поклоняется существу, изображенного на ней. Это литургика, когда икона в церкви используется в рамках богослужения. Это выражение христологических взглядов, утверждение о подлинности поклонения. И это некая завершенность православия. Потому не, не случайно вот это вот утверждение иконопочитания с ним связан в православии праздник торжество православия. То есть, как бы вот когда установились иконы, православие восторжествовало, вот богословское православское, православное творчество закончено. Что мы, как протестанты, Можем сказать по поводу всего этого. Это интересный вопрос, и нам стоит об этом подумать, потому как протестанты, ну, как вы, вы знаете, так достаточно категорично не приемлют использование икон и категорически не приемлют иконопочитание. Обычно протестантская аргументация начинается с светхозаветного запрета на изображение. В Ветхом Завете, да, действительно подчеркивается, что Бога никто не видел, и поэтому изображать его тоже нельзя. Стандартный православный ответ на это, что да, конечно же, в ветхозаветные времена Бога никто не видел, но единородный Сын, сущий вне древа, чем Он явил, и после того, как Он явил, изображать можно. Тем не менее, в нашем размышлении об этом предмете я бы слишком быстро не отбрасывал ветхозаветный запрет Потому что да, запрет строится на том, что Бога никто не видел, но там есть еще любопытное добавление, связанное с запретом на изображение, чтобы вы не развратились. И в Ветхом Завете есть интереснейший пример возможности развращения. Помните историю медного змея. Медный змей, в общем-то, изображение, созданное по воле Бога и созданное для решения вполне конкретной проблемы, и сработавшее при решении этой проблемы. Потом было сохранено израильтянами и в течение нескольких столетий использовалось как идол под именем Нихуштан, которому поклонялись, пока вот благочестивый царь Россия этот идол не уничтожил. И это показывает на то, указывает неплохо на то, как происходит развращение, как изображение, даже вполне безобидное изображение, нормальное, вполне обоснованным образом появившееся изображение может в восприятии людей трансформироваться от собственного изображения к, к чему-то идольскому. Что, что вообще такое идол? Почему а, идолы возникают и какое место идолы во всей системе занимают? Это опять-таки традиционное проявление язычества. Человеку трудно иметь дело с невидимым Богом, человеку легко иметь дело с тем, что можно потрогать, ощутить, чем можно манипулировать. И как и с другими идольскими реальностями, с языческими, мистическими реальностями, так вот и с иконами, у человека всегда есть большое искушение. Большое искушение воспринять икону как нечто большее, как самостоятельный объект получения помощи, благодати, благословения и так далее. То, что это не пустые слова, можно проиллюстрировать, например, следующим образом. В православии есть несколько таких особо чтимых икон, знаменитых икон. Ну, например, Богоматерь Державная в Коломенском. А люди за тысячи километров едут, чтобы поклониться конкретной иконе. И в связи с этим возникает закономерный вопрос. А зачем ехать к этой конкретной иконе? Дидактика. Посмотрел на сюжет, изображенный на иконе, ну хорошо, зайди в любой храм и примерно то же изображение ты увидишь. Символика, ну иконы же они не произвольны, они следуют определенным иконографическим типам. Ну нужна эта символика, да ты найдешь ее легко. А, мистика, ну хорошо, если ты православный человек, если тебе через икону нужно воздавать а, честь изображенному, и по-другому ты не можешь молиться, ну возьми любую икону и молись литургика, ну вот оно богослужение, вот иконы, вот все происходит. Утверждение воплощения Иисуса Христа, ну вот они в храме иконы. Хорошо. А зачем тогда ты поехал за тысячу километров поклоняться конкретному предмету? И выясняется, что важен даже не тот, кто изображен, и важно не то, что с этим изображением связано, и чему там изображение учит, и как оно используется, оказывается, важен сам предмет по себе. А если важен сам предмет по себе, то чем вот этот вот сам по себе важный предмет отличается от банального идола? И вот здесь есть потенциальная опасность, всегда есть потенциальная опасность. Как только мы вводим в богослужебную жизнь какие-то вот дополнительные предметы, потенциальной опасности, о которой предупреждал Ветхий Завет, развратиться и превратить в общем-то хорошую, интересную, вроде бы безобидную вещь в идолов. Поэтому, конечно, протестанты не против того, что Христос воплотился, и будучи воплощенным, изобразим, но я думаю, что протестантское решение быть осторожными с изображением, оно все-таки имеет под собой определенные основания. Но для нас это аргумент слабый. То есть для нас, может быть, это аргумент сильный, для православных аргумент слабый. Интересно, я с православным разговаривал, говорю, ну вот зачем вы едете там за тысячи километров, вот этот аргумент привел, он говорит, я не еду, мои друзья не едут, все, кто понимает, никуда не едут, а те, кто едут, они неграмотны. Ну ладно, хорошо, мы можем принять и такую ситуацию, но что это обозначает? Это обозначает, что неграмотные люди впадают в ладопоклонство, а грамотные люди как-то равнодушно к этому относятся и даже потворствуют, создав все-все-все вот эти иконы. Так что есть, конечно, повод нам поспорить и не согласиться здесь с православной церковью, но любопытно, что православные могут в ответ сказать на этот спор. Одна цитата интересная из Лариона Троицкого. Он пишет так. «Взять хотя бы вопрос об иконопочитании. Сектант укажет на запрещение изображения в Ветхом Завете, на слова Христа о духовном поклонении. Для него иконы противоречия. Сказать, что иконопочитание основано на предании, но ведь предание нужно принимать лишь тогда, когда оно не противоречит Писанию. Ссылки, например, на херуимов завесы ветхозаветного храма малоубедительные. Спор поэтому идет без конца и без пользы, потому что миссионеры переходят сами на точку зрения сектанта. А эта точка зрения по самому существу ведет лишь к словопрению, но не к истине. Выходя из идеи церкви, мы не имеем нужды спорить на основании Писания. Для нас достаточно нашей веры в Церковь. Бесплодность споров от Писания давно осознана еще Тертулианом, который говорил, что от этих споров можно лишь повредить желудку и мозгам, потерять голос и дойти до бешенства от богохульства еретиков. Он же настойчиво утверждает, что не следует апеллировать к Писанию, там победа или ненадежна, или совсем невозможна церковный человек может смело повторить эти слова, потому что для него все равно от Писания или получаться, или от Вселенской Церкви. Так что для них аргумент – это Церковь, для нас аргумент предупреждения Писания об опасности развращения. Ищите нас в поисковых системах по запросу Тв-семинария.